Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, и вот так спонтанно немножко записываю эту серию. Зашел я в турнир, который обычный пятничный турнир, где нам нужно сражаться кайнозойскими, как вы видите. И вот, смотрите, я увидел здесь противник. Маматерию. Это, по идее, что-то должно быть кайнозойское, но смотрите, у него значок мяса, то есть это, по идее, хищник. И он, короче, не имеет значка. То есть давайте посмотрим, что у нас там будет. Привидение какое-то. И, блин, и вылетела игра. Бывает. Ладно, ну что, давайте перезапустимся. У нас там довольно много новостей. Появился новый турнир на птерозавра. Еще там какие загадка, какое животное оставляет эти следы. Это, наверное, про нового супергибрида, что ли. Сейчас мы это все, давайте тогда раз нас выше. А, нас не можно продолжить. Отлично, хоть не придется заново выбирать. Так вот, тю. А противники-то поменялись? У нас же не было такого. Был не Уртинотерий. Ну чё это за лажа такая? Ну, в общем-то, у нас вместо Мамантотерия какого-то появился Уртинотерий. Так, еще и за один удар он пробил. Блин, ну так как-то нечестно. Знаете, у них порядок был другой. Стояло изначально два вот этих парнишки. Так, тут все, короче, пошло коту под хвост. А, так я тут ничем не победю. Не победю. Чем мне вот этого красавчика пробивать? Вот он сейчас подменился. Так, ну хорошо, хоть он не проатаковал. Но это меня как-то мало спасает. Давайте попробуем защититься, поставить как бы 4 балла, блин. Ну это все. Я, блин, думал, у него 3 будет, точнее 2 даже. Ну, короче, все перепутало все карты мне вот эта вот лабуда. Ну и мы тут слились, походу. Ну, за 4 балла Уртинотерий, я думаю, нас пробьет. Уртинотериум. 7, ну да, 7 у 4 ему хватит. Но это чисто вот лажа из-за такой подставы, короче, ребята. Печально получилось. Но теперь как бы мы вряд ли сможем пройти этот турнир. Здесь у меня права на ошибки не было. Потому что просто не хватит. Ну давайте посмотрим, что нам тут предлагает. Ну давайте заглянем. Вот новости. Вот наш новый турнир. Тупуксуара. Тупуксуара, да. Как попугай Ара последний, да, Тупуксуара. Вот, короче, настало время кайнозойских существ, спасения от бури. И вот, какое существо оставляет эти следы? Какие следы? Хоть бы показали следы. Это у нас что, будет какой-то супергибрид амфибия у нас? Болото, раз нам тут показали. Ну, такое, короче, ладно, тогда давайте... Идем сюда, вот в этот редкий турнир вообще я попытался один раз пройти, это без вариантов, как бы этих вообще пробить нереально, тут с помощью двух можно одного пробивать, а как бы двоих пробивать нечем. Они, короче, посильнее будут намного, ну, вообще на вторую попытку-то и сражаться нечем. Фигня, да? Правда, фигня. Остался нам один турнир, вот я, блин, ни тот не могу сегодня, по идее, пройти. Да и этот сейчас не пройду. Ну, теперь уже, короче, здесь без глюка, но там был Мамантотерий, блин. А где мой Мамантотерий? Не так все должно было быть. Так, ну это вообще слабо, конечно. Ладно, давайте будем пробовать. Что же нам еще остается? Так, ну саблезуб нас не загрызет же за один раз. Не загрызет. Так, а мы его за два легко загрызем, значит можно сделать так. Это было подло с его стороны. В
придется вот так вот сделать. И он один балл перенес. Ой, и Уртинатерий. Вот если сейчас меня Уртинатерий пробивает. А он легко это сделает благодаря своему баллу. Да блин. Нет. Жесть. Все пошло коту под хвост. Все, последний смертельный бросок. И ничего нам дальше не светит. Вот так, как говорится, не пошло с самого начала. Ладно. Не переживай так сильно, Мегистотерий. Попытка номер 3. Так, ну и у меня тут осталось 1, 2, 3, 4, 5. Ну, кое-как 6, можно сказать. Так, есть Гиенодон у меня. Есть Динотерий. Динотерий пойдет на мясо, допустим. Титанобоа. Титанобоа. Блин, ну плохо, что вот как бы не тот немножко порядок. Так. Титанобоа. Сумчатый лев. 800. Да он еще. Ну, короче, ладно. Проигрывать так проигрывать. Уртинатериум, блин, бьет больнее, чем мой Динотерий с бонусом. Ай-яй-яй. И пробил еще за один удар. Да, ну это подстава, вот очень неудачно получается. Блин, ну тут надо самых сильных брать. Ну, сейчас-то я выживу, я пропущу всего лишь один. Он, скорее всего, проатакует всего лишь на один. Ну, надо немножко посидеть, потерпеть, так сказать. Вот мудила. Ну вот и сейчас я его не пробиваю, и получается очень плохо. Нет, я его пробил. Ладно, шанс есть. Но опять же, этот шанс выиграть этот бой еще следующий. Ну а третий. Чем третий-то побеждать, так сказать? 6, он ему вообще тут на 1 атакует. И вообще-то у него сейчас 100% победный этот. У него 5 баллов осталось. Ну ладно. Он их поставил в защиту, я поставил тоже в защиту. Перестарался, конечно. И я выиграл. Не знаю, такой какой-то этот смех из фильма ужасов надо вставлять. Но это реально было. Этот бой такой вот феноменальный, я бы сказал. Да. Следующий еще можно победить, но на третий, блин, ну... Подстава была, ребята. Первый бой была жесткая подстава. Я так огорчился, что слил даже второй бой. Так. Угу. Вот эти вот ребята. Ага, пещерные. Пещерные, пещерных, пещерных нет. Тупо нет. Я тут думал, о, у меня тут сейчас эти... Есть, ребятки, блин, а ну... Вообще так неохота тратиться на это барахло. Ну, конечно, тут меня зацепило, конечно, гады они такие. 3000... 3000, давайте что-то подумаем. Что можно тут наколдовать? Ну, Титанобоа освободить. Гиенодона. Так сказать.
кого им дать на растерзание. Если я поставлю вот так, он точно его проатакует. А у меня будет 3 балла на следующий ход. И, допустим, я возьму вот Гиенодона, и тогда смогу победить Гиенодоном. Так. И мамонт. Не знаю. Давайте такой вот, таким вот нищенским вариантом. Опять же, это вариант очень рискованный, с большой долей вероятности проигрышный. Но он нас по-любому атакует. Я и по факту играю двумя против троих. Но мы немножко посчитали. И мы можем позволить себе немножко рискнуть. У противника не должно хватить баллов нас пробить, хотя там сумчатый лев, он больно бьется. Ну вот, 2 балла. Атака на 1. Ну, в общем-то, я думаю, мы пройдем. То есть слоник позволит нам пережить атаки, если не будет такого какого-то западла с баллами, типа, мол, читерскими с его стороны, вот как почти сейчас. Вот почему он, сволочь, атаковал на 3, а не на 4, это загадка. Мне приходится атаковать на 3. 2 поставить в защиту хотя бы. И 2 перенести. Ну, в общем-то, мы выжили. Это гарантированно, скорее всего, победили. Да, Динотери бьет слабо. Но посмотрим, кто нам в следующие враги попадется. В следующий противник, кто нас будет. Наш будет, ё-моё, я уже заговариваюсь. Отлично. Ну, это получилось по изичу, короче, даже. Но пришлось освобождать Гиенодона, конечно. Так, ну это была легкая катка, потому что были три врага, как бы, одной стихии, так сказать. Ну, давайте смотреть. Ах, ну, тоже плохо, ребята. Если здесь нужно либо 2, лучше вообще 3, 3 вот мамонта можно освободить. Он 170 всего лишь стоит. И их поменять местами. И, ну, вот так вот у нас может получиться. Итого я потратил около 400 баксов, да, уже. Блин, ну тут надо защищаться. Сумчат или такая сволочь, что можно сейчас на 2 проатаковать. Так, мне, чтобы его пробить, нужно всего лишь 2 балла. Если был бы один, вообще было бы шикарно. То есть он потратил свой балл, у него всего лишь 2. Атакует на 1. О, это очень хорошо, ребята. Это очень-очень-очень хорошо. Надо было проатаковать, наверное, на этот 1 балл. 4. Атака на 3. Блин, ну да, фигня получилась. Надо было хотя бы на тот балл его проатаковать. Теперь он еще 1 балл с... Катина такая приберег. Не, разозлил первый бой, ребята. Вот тут. Такой нечестный бой. Так, ну ничего, мы победим. Я сейчас подменюсь на обратно. Если это чудище наш не атакует по полной. 5. Ой-ой-ой. Проатаковал нас. И пробил. Нехорошо получилось. Блин. Очень нехорошо получилось, ребята. Я его пробил. Раз. 2. Ну вот, если я 2 выдержу от него, то я победил. Если нет, то проиграл. Не знаю, можно было, конечно, 3 поставить, но... Как его клонило в сторону. Ха-ха! Победил, ребята. Победил. Сволочь ты такая читерская. Запортачил мне первый бой.
Так, надо сейчас будет загуглить, что это у нас был за Мамонтотерий, или как там его звали, уже не помню. Так, ну вот последний шильдик тогда я, получается, получил, да, для битвы титанов. Отлично, вот, я его разблокировал. Но от этого мне легче не стало. Кстати, нужно будет, да, потихоньку начинать проходить этот бой, битва титанов. Ну вот, сейчас летуны, прикольно, то есть завтрашнего дня, наверное, я начну, у меня еще много дней, у меня 6 дней, так что я его пройду, конечно, за один раз я его не могу пройти, но будем завтра пробовать записывать, но вот это барахло тоже, ужас какой-то, такая напряженная серия получилась, ребятки, так что не забываем ставить лайки и подписываться на канал и проверяйте, стоит ли у вас колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, всем пока!